Так, друзья, хочу маленькую зарисовочку сделать. Покидаем вот этот номер. Вот. Дело в том, что мы заселились. Такой, видите, вот однокомнатный номер. То есть вот одна как бы спальная комната и одна такая холл такой, да, скажем так. Вот заселились сюда, но так получилось. Как же его выключать-то? Или не надо его выключать? Сейчас я его все-таки выключу. Все. И так получилось, что в этом номере нету интернета. Хотя он должен быть по закону. И хозяин, точнее на ресепшене, мы когда сказали, что у нас нету интернета, она говорит, сейчас будет интернет. Мы ее прождали потом по новой. Она говорит, сейчас будет интернет, сейчас я хозяину сказал, и сейчас, говорит, хозяин к вам придет. Ждем мы хозяина. Где-то полчаса мы прождали хозяина. Хозяин так и не пришел. Так, сейчас вот покидаю этот номер. Такой вот однокомнатный. Я сейчас вам показываю для сравнения. Сейчас я вам покажу второй, который мы получили вместо этого. Вот, хозяина нету. В конце прошло полчаса. И как-то некрасиво это получается, когда ты говоришь, что ты придешь, но не приходишь. Мы спустились, я сказал, что это некрасиво было бы так поступать. Хотя бы просто можно прийти, если уж сказал так. Куда же здесь идти, там вот свет. Вот. И сказал, что мы идем гулять, и когда мы придем, чтобы у нас был интернет, потому что у нас интернет должен ходить реально. Так, сюда нам. Погуляли часа 3-4, вот уже видите, ночь, как бы вечером. Приходим обратно, интернета нет. Самое интересное, что на ресепшене, которая, она говорит, все, интернет работает, все нормально. Типа он его только что сделал, хозяин. Но он его не сделал. То ли он вообще не делал, то есть, скажем так, не заморачивался, да? То ли он его, одним словом, интернет не был сделан. Вот, а вот это уже второй номер. Смотрите, сейчас как отличается от первого номера. Тот был поменьше, этот... В принципе, все как бы в том же стиле, но видите, здесь, во-первых, одна комната. Первая комната. Потом идет вторая вот такая комната. И этот номер стоит в 2 раза дороже. Тот стоил 30 евро. Потом, ну, ванна, туалет. В общем, все как бы то же самое, просто номер двойной, если так его можно назвать. Кроме этого, здесь просто шикарнейший такой. Так, сейчас я вам его покажу. Здесь такой шикарнейший балкон, что немаловажно. Смотрите, королевский балкон. Вот такой темы там не было. Этот номер стоит, как уже сказал, в минимум 2 раза дороже. Я там сейчас точно не знаю прайс, но примерно это так, если смотреть. Я уже смотрел до этого. Вот, в конце мы пришли, я ему говорю, интернета нет, я говорю, ты не выходишь, говорю, что за движения такие вообще левые. Вот, он понял, что мы не собираемся, он начал отмазываться, интернета нету, там я позвонил, ничего невозможно сделать, то есть интернета не будет, то есть такие как бы пошли разговоры. Притом сначала эти же разговоры шли на ресепшене, который работает, то есть, видать, он и зарядил, сказал, типа, отмажешься. Вот, потом такие разговоры пошли уже от него, от самого, когда он уже пришел, потому что он понял, что не прийти ему варианта нету. Я сказал, что пока он не придет, я не уйду отсюда, потому что, во-первых, он сказал, что придет в номер починить интернет, не пришел. Потом он сказал, что интернет сделает, он его не сделал. Потом он сказал, что интернет сделан уже, и он его тоже не сделал. То есть вообще такой тройная наколка получается. В конце концов он понял, что отмазаться у него не получится, и он пришел вниз. И вот когда вниз пришел, вот, он уже понял, что отмазаться не получится, что интернет надо будет где-то добывать. Конечно, я думал, что сейчас он, скорее всего, скажет, что интернета нет, ничего невозможно сделать, туда-сюда, в общем, и так далее, и тому подобное. Я ему сказал, что телевидение, и в таком роде, и в конце он все-таки решил, понял, что лучше ему все-таки дать нам интернет и дать нам номер. То есть номер-то не обязательно, он нам номер не должен был, в принципе, давать, он мог бы интернет сделать, но интернет он не мог сделать, и вот он дал... А вот этот номер, который в 2 раза дороже стоит. И я уже проверил, интернет здесь работает. Вот такие дела. К
Почему я это видео записываю? Не только для того, чтобы вам показать номер, который стоит, как я обычно показываю, да, цены и номер, чтобы вы видели, где, в каких странах, что почем. Но и для того, чтобы, если вам говорят нет, это еще не значит, что нет. Просто второй раз, третий раз, четвертый раз, красиво, естественно, без наглости, без, скажем так, без прошибания бутылкой голов, а нормальным языком разговаривайте, общайтесь, в общем, говорите, что вам нужно, и добивайтесь своего, и вы, в конце концов, скорее всего, вот, по крайней мере, есть шанс это получить, как в данный момент. То есть это, конечно, мелочь, но приятная мелочь. Такие дела. Что, пока все. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся на Кипре.